Приветствую всех на своем канале. Рада вас снова видеть. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему «Расскажи мне, что у тебя на душе», либо «Расскажите мне, что у вас на душе». В общем, смысл этого расклада таков. Недавно я слышала песню, и там были такие слова «Расскажи мне, что у тебя на душе». Вот, и я решила сделать такой расклад, поэтому мы будем смотреть, что у вас лично на душе. Не у какого-то загаданного вами человека, а именно у вас. Хотя, я не знаю, можете загадать кого-то другого. Но, в общем, не суть. Вот, посмотрим, что нам скажут сегодня карты. Да, позиции вы видите. Сегодня у нас 4 число. Напоминаю, что осталось 3 дня для завершения рождественской распродажи. Абсолютно все курсы, абсолютно все услуги, кроме консультаций, с 50% скидкой, в том числе и спонсорские расклады. В общем, все, что написано в документе по ссылке «Мои услуги» под любым видео. Рекомендую, да, приобрести, потому что не знаю, когда я буду делать следующую распродажу, но, по крайней мере, в ближайшие 6 месяцев точно не будет. Поэтому, если кто-то хотел купить курс обучения Таро, либо курс Древа Жизни, рекомендую это сделать сейчас. Итак, давайте приступим, да, 3 позиции, а мы с вами приступаем. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Смотрим, единички, что у вас сейчас на душе. Перерождение. Перерождение, изменения, желание чего-то такого нового в своей жизни. Здесь вот прям так, как изображено на этом аркане, давайте я его поднесу поближе, вы увидите, да, то есть лицо человека, который, знаете, вот голова запрокинута, как бы так, чтобы не отсвечивала наверх, да, как некий такой крик души о том, что я уже устал, да, здесь ощущение того, что хочу как-то высвободиться. Скорее всего, здесь не внешние факторы, а здесь внутренние факторы, говорящие о том, что человеку просто необходимо действительно что-то новое в жизни, да, бывает такое вот ощущение, что какой-то груз вот на плечах и желание все сбросить с себя, в том числе и вот как будто бы свое тело, что ли, и высвободиться, да, то есть необходимость полета, необходимость облегчения, необходимость, либо желание, знаете, начать как-то вот по-другому. Не обязательно сначала, не обязательно с чистого листа, но вот что-то сделать по-другому, когда хочется какой-то иной жизни, вот не той, которую вы прожили, либо той, которую проживаете. А здесь вот, знаете, как будто бы новый шанс в вашей жизни и желание что-то сделать по-другому. Какой сферы это касается? Аркан Шута, он не говорит сферы, он говорит как раз-таки о вашем состоянии души, да? О том, что хочется снять какие-то оковы, какие-то запреты, возможно, обязательства. Знаете, иногда бывает так, совершить какой-то такой поступок, который очень хочется, но в силу, не знаю, правил каких-то, норм мы не делаем. Ну, не знаю, элементарно в дождь просто пройтись босиком, если это летний дождь, либо как маленькие дети попрыгать по лужам, да, полежать, возможно, на земле, насладиться, что-то, знаете, такое не обязательно сверхъестественное, простое, что если это делают дети, это умиляет, но когда делает взрослый человек аналогичные поступки, это каким-то образом осуждается, либо говорится, что человек глупый, что за дурак, как он себе такое позволяет. Вот здесь вот что-то такое, да, аналогично, когда хочется сбросить вот эти вот все правила. То, как вы привыкли, либо то, как вас обучали, и хочется сделать так, как велит душа. Вот здесь вот самое главное – это сделать хоть раз в жизни то, что велит душа, то, как хочется ей. Возможно, немножечко безумие каким-то образом, да, иногда бывает так, хочется шокировать людей поступком для того, чтобы показать, насколько вы
сильны духом, насколько вы можете противостоять той системе, в которой вы выросли, либо в которой вы на данный момент существуете. О чем еще может говорить аркан Шута, причем здесь действительно великие арканы, то есть какие-то судьбоносные моменты, да, один говорящий о завершении какой-то ситуации прошлого, а второй как раз-таки говорит о новом начинании. Покажет ли нам сферу? Нет, здесь как будто бы действительно глобально должно произойти какое-то изменение внутри вас, в вашем сознании. Вы должны смотреть на жизнь уже сейчас, на данный момент, как-то по-другому. Вот как хотелось бы, да, вот вам в идеале, как хотелось бы. Знаете, хочется сказать, вот какая-то стабильность, что ли. В чем эта стабильность выражается? В том, чтобы, знаете, были ситуации в вашей жизни, которые не причиняли бы вам боль, да? То есть хочется уже какой-то понятной земной жизни, но без проблем, вот без каких-либо эмоций, которые очень сильно ранят, да? То есть если это, например, общение с людьми, то оно какое-то должно быть человеческое, простое, открытое. То есть даже когда люди высказывают свою точку зрения, которая с вами может быть не согласна, но то, как люди говорят, да, свою точку зрения, вот именно по-взрослому, именно как-то на равных, чтобы это не причиняло вам боли, чтобы вот здесь ощущение того, что хочется наконец-таки вам жить понятной жизнью, да, чтобы не было больше ребусов, чтобы не было вот этих вот загадок, что даже если, например, вы общаетесь с кем-то, чтобы вам все было понятно, все было известно. То есть здесь ощущение того, что, возможно, в прошлом ваша вся жизнь, она была какой-то загадкой. То есть вы не совсем понимали, куда вы идете, вы не совсем понимали, какие люди в вашу жизнь входят, да, почему они поступают так или иначе. Вообще, что и как с вами происходит. Вот такое ощущение, что некое такое, не то чтобы недоумевание, а непонимание вообще жизни, что я делаю в этой жизни. Из-за того, что не было понимания, не было и ясности. И в связи с этим вы не знали, куда вы идете, зачем вообще вы туда идете, вот, и что вам нужно сделать. То есть здесь такое, знаете, чувство по энергии, что вот вы как будто бы все время идете против течения. Все время идете через какое-то преодолевание, через непонимание. То есть вот как будто бы идете вопреки. Не потому что, а вот вопреки. Все время вопреки. Здесь я не ощущаю энергию бунтарства, да, то есть человека, который вот это вот прям наполняет. Просто такое, знаете, чувство, когда человек все время выбирает более сложный путь, более тернистый, да, то есть если вы идете в гору, например, то вы не пойдете ровной дорогой, вы как-то идете зигзагообразно, извилисто, иногда кружите по одному и тому же пути, и не совсем понимая, почему вы это совершаете. То есть вот есть какой-то внутренний зов, который вам говорит, что вот вам нужно вот идти именно так. Причем этот внутренний зов, он как будто бы выбирает всегда самое сложное. То есть если это люди, то это люди какие-то загадки, да, не, люди, которых сложно понять, вам приходится все время их разгадывать, все время понимать, либо думать, либо заморачиваться о том, что у них на уме, почему они так поступили, почему они так себя ведут. Если это какая-то работа, то на работе тоже могут быть какие-то моменты, когда, например, низы не совсем понимают, что делают верха, да, и как себя вообще вести, почему вообще я занимаюсь этой работой, почему на этой работе я работаю так, а не по-другому, когда по-другому было бы более эффективно. То есть вот вся ваша жизнь какая-то такая, знаете, как слепой котенок, да, вот куда-то его ведут. И вы при этом не понимаете, что, ну, почему мне нужно идти именно так. Хорошо, и поэтому сейчас ваша душа как раз-таки требует перемен, требует трансформации, требует, знаете,
какого-то такого ощущения, не ощущения, а очищения, да, как будто бы земля проросла разными сорняками, может быть, осенние листья упали. Вот здесь вот такое чувство, что нужно всю эту площадь как-то расчистить для того, чтобы что-то новое либо посадить, либо взросло. Вот. И с одной стороны, вы этого и хотите, а с другой стороны, здесь как будто бы такое, знаете, ощущение утраты какого-то смысла, то есть усталости и понимания того, что вот как будто бы сама жизнь, она какая-то вот бессмысленная, что ли. То есть вы уже не видите каких-то смыслов. Здесь, знаете, как вот раньше, возможно, вы во что-то верили, да, и вот шли каким-то своим целям, идеям, а сейчас вот у меня по ощущениям то, что, ну, как будто бы все утратило, да. Не то, чтобы нет желаний, да, а вот когда у вас появляется какое-то желание, сразу появляется и состояние того, что, ну окей, и получу я это, и что потом? То есть вот этот вопрос, да, и что потом, он как будто бы, знаете, обнуляет. Здесь в этом вопросе скрыто очень много тяготы какой-то прошлого опыта, да, трудности, сложности, что вот я вот это вот преодолевала, либо я это делал, я это совершал, да, и какие-то трудности, может быть, невзгоды. И к чему меня это по итогу привело? Ни к чему. И вот здесь вот такое ощущение, что человек хочет что-то такое новое, которое пока в его картине мира не существует. И вот именно поэтому здесь где-то на подсознании есть вот это вот чувство, что да, я хочу новизны, но я пока не совсем понимаю, что именно мне нужно. Почему? Потому что нету вот этого вот прототипа, нету примера, да, вокруг вас, того, как вы хотели бы. А бессознательно вы понимаете, каких вот перемен вы хотите? Да, вот король Пентаклей. То есть где-то бессознательно, возможно, кто-то хочет семьи, кто-то хочет... Ну, вообще здесь, если не... как это... не привязываться, да, к фигуре данного человека, да, короля Пентаклей, а обратить внимание на его свойства, то я бы сказала, что вы хотите уже какого-то, вот я говорю, вот этого постоянства. Постоянство в плане того, что это уже понятно. Вот вам, вы уже устали от загадок, да, от какой-то вот лунного какого-то состояния, туманности, неопределенности, непонятности, тревожности. Вот. Хочется уже, знаете, такое, чтобы на душе было спокойно. У меня такое ощущение, что обычно люди более такого старшего поколения, да, вот в каком-то своем этапе развития, да, каждый человек достигает такого уровня, когда он хочет уже, знаете, вместо того, чтобы пойти повеселиться в клуб либо в гости, да, посидеть дома, да, послушать какую-то тихую музыку, смотреть фильм, может быть, комедию, да, может быть, с кем-то там в кругу близких людей. То есть не надо уже куда-то бежать. Меняются уже ценности. Не потому, что человек стареет. Я не люблю это слово. А потому что у человека как будто бы меняются ценности. Приоритеты, скорее всего, не ценности, а приоритеты. И человек понимает, что в его жизни наступает такой этап, когда хочется, чтобы было, ну, уютно, чтобы было комфортно. То есть раньше, возможно, по молодости хотелось бы, я не знаю, зимой куда-то поехать, там, я не знаю, на лыжах покататься, да, на коньках, вот, где есть какая-то активность. То с возрастом не потому, что нету вот этой вот энергии, либо, я не знаю, молодости, силы, там, либо, я не знаю, как это сказать, спортивного какого-то телосложения, да, которое будет вот благоволить каким-то таким активностям. Нет, не в этом дело. Просто и здесь даже не лень. А вот, знаете, здесь ценятся уже больше какие-то другие моменты, такие как комфорт, да, как стабильность, как преданность, как уют. Да, то есть уже хочется вот какой-то близости с людьми, которые вас окружают, да, то есть уже надежность, уже не хочется переживать о том, что вот близкий человек может как-то вас подставить, обмануть, да, там, кинуть, предать, либо еще что-то, да, уже хочется к
как-то вот поверить и в соответствии уже, ну, не заморачиваться и не включаться здесь в эмоции. То есть, чтобы вот эти вот эмоции, они не высасывали из вас энергию. Уже хочется, не знаю, здесь как будто бы показывают деревянный дом, да, какого-то такого праздника, да, общности, семейности, когда много людей, когда люди друг друга понимают, их объединяют какие-то общие идеи, ценности, убеждения, когда уже нету разногласий, когда вот есть... В очередной раз, повторюсь, я скажу слово «понимание», да, друг друга. Когда люди уже настолько хорошо узнали друг друга, что вот, может быть, даже присутствует некая такая телепатия, да, когда как-то вот, не знаю, с полувзгляда, да, с полуслова уже есть понимание, как покрыть потребности друг друга, не прибегая к вербальным каким-то объяснениям. А что хотеть, это бессознательно. Осознанно, что вы хотите. Осознанно у вас еще нету этого понимания. Видите, пятерка пентаклей. Осознанно у вас вы еще проходите кризис. Поэтому сейчас не случайно вот этот вот этап перерождения. То есть в этого шута вы, это как некий такой ориентир, куда вы хотите прийти, да, вот в какое-то новое. Но осознанно, причем смотрите, как близко, да, бессознательная пентакливая масть и осознанно тоже пентакливая. Конечно, разница к тому, к чему стремитесь вы бессознательно большая, но и осознанно, в принципе, далеко не ушли. То есть пятерка пентаклей у нас говорит о какой-то кризисной ситуации, да. Осознанно вы пока еще не понимаете. Все пятерки у нас, согласно древу жизни, соответствуют планете Марса. Марс – это такая очень мощная, разрушительная сила. В данном случае пятеркам предшествует четверке. То есть вот эта вот стабильность, да, стабильность именно в материальном плане. Но стабильность не в плане того, что вот здесь вот я говорила, да, про короля Педакли, когда люди уже доросли, созрели до такого уровня. А четверка Педакли нам говорит о некой такой экономии, да, то есть нету еще осознанности. Я еще не дошел до десятки, да, еще впереди путь предстоит, но имея какие-то свои победы в материальном плане, я за них цепляюсь. То есть цепляюсь, почему? Потому что есть осознание, что мне самому не хватит, да, что присутствует какой-то дефицит. И вот приходят пятерки, которые как раз-таки вытаскивают нас из этого понимания сознания о том, что дефицита не существует. Единственный дефицит – это когда мы сами себя в чем-то ограничиваем. Как раз-таки Аркан Шута нам здесь про это и говорил, да, про вот эти вот рамки, про систему, в которой мы живем, да, и только позволив и разрешив себе выйти за пределы рамки вот этого своего сознания, да, в своей голове, ты можешь получить то, что ты хочешь. Здесь я могу предположить, что вы, возможно, хотите вот эти вот семейные ценности, либо материальные какие-то ценности, но не в плане финансов как таковых, да, то есть вот иметь большой заработок, нет, а иметь тот комфортный, уютный, допустим, доход, да, либо заработок, который поможет вам реализовывать ваши какие-то потребности и нужды. То есть здесь нету желания зарабатывать миллионы. Здесь есть желание зарабатывать столько, чтобы я легко мог покрыть свои потребности. Съездить куда-нибудь в отпуск, насладиться, там, я не знаю, хорошей одеждой, да, уютной, из хорошего материала, хорошего качества, либо пойти и, там, я не знаю, закупить продукты хорошего качества, морепродукты, например, которые дорогие, да, либо, то есть позволить себе качественную жизнь, да, здесь не про дорого и богато, а здесь про качественно и хорошо. И вот осознанно вы сейчас находитесь в этом кризисе, почему? Потому что вы не понимаете, как вам прийти к этому королю Педакли. Вы сейчас проходите урок именно по пятерке Педакли, который как раз-таки вам и показывает, что вы не получаете то, что вы хотите. Почему? Потому что есть вот это вот понимание какой-то, каких-то ограничений, то, что были в четверке Педакли, да, какие-то правила. Все четверки у нас
находится в сфере хесед, которая как раз таки говорит про правила, про систему, про устой. И вот у вас есть какие-то правила, которые вам нужно разрушить, если вы хотите пройти вот этот вот этап перерождения, выйти. И сейчас вы находитесь как раз-таки в этом этапе, да, по пятерке Пентаклей, то есть как раз-таки планета Марс, она разрушает, она привносит огонь, она привносит действие, активность, которые вам высвечивают, что где-то вы совершаете не то, что нужно, да, то есть поступаете не так, как надо, где-то вы живете из какого-то дефицита, из каких-то ограничений внутри себя, но опять-таки эти ограничения, они связаны с программами, которые вы получили ранее, с какими-то установками. Что вам нужно сделать, чтобы пройти этот кризис? Ну вот смотрите, все пентакливые, вся пентакливая масть. Вам нужно стать вот таким человеком, да, королевой пентаклей, особенно если вы женщина. Уверенной в себе женщины, в первую очередь, которая, знаете, как-то заботится, но здесь забота по королеве Пентаклей не в плане материнской, да, вот как-то предугадывать потребности другого человека, а здесь забота какая-то, вот знаете, больше... Хочется сказать как-то с умом, да, не просто накопительство, как было в четверке Пентаклей, вот это вот жадничество, а именно понимание, что вот я сейчас как будто бы вкладываюсь, да, инвестирую, скорее всего, правильное слово будет, да, инвестирование в себя, инвестирование в свое будущее, инвестирование в стабильность. То есть вам поможет пройти этот кризис немножко другие понятия, да, то есть иногда мы говорим мышление богатых людей, да, то есть как-то себя перепрограммировать на то, что вы делаете, для вас это некая такая инвестиция, не то, что вот вы... Как бы так сказать, пошли в магазин, да, что-то купили, и у вас, возможно, есть ощущение, о, я деньги потратил. А здесь, наоборот, нужен другой подход. В плане того, что я не потратил деньги, и потом я буду об этом плакать. А я, наоборот, инвестирую, если я, например, покупаю продукты качественные, инвестирую в свое здоровье. Да, я забочусь о своем теле. То есть я инвестирую в свое будущее. Почему? Потому что в здоровом теле здоровый дух – это... Пока ты молодой, на это не обращаешь внимания. С возрастом ты понимаешь, что здоровое тело, да, это залог твоей жизни, да. То есть ты не можешь находиться в больном теле, когда оно как-то нуждается, хочется сказать, да, в твоем внимании, и есть какая-то разбалансировка. То есть ты не можешь быть счастливым, если, проще говоря, если ты не здоров. То есть если есть какой-то дисбаланс, если ты не умеешь управлять своим собственным телом, и ты не находишься в гармонии с самим собой, да, то есть внутри тебя твои органы, твои клетки, они не находятся в балансе, то как ты можешь жить гармонично, да, с другими людьми, либо с другим миром? То есть пока ты внутри себя не пришел к этой гармонии, ты не можешь повлиять на свой собственный организм, не можешь наладить выстроить всю ту систему, да, которая есть внутри тебя, то аналогично такое же отношение у тебя будет и к другим людям. То есть отношение к самому себе, то, что мы говорим, любовь к самому себе, это и есть отношение, это микрокосмос, да, а макрокосмос – это отношение как раз-таки с деньгами, отношение с людьми, отношение с внешним каким-то миром. То есть это примерно одни и те же принципы. И вот вам здесь как раз-таки говорится о том, что вам нужно изменить немножечко сознание. То есть не смотреть на то, как я могу жить, например, в сегодняшнем дне, потому что королева Пентаклей, у нее есть такая характерная черта, что она приумножает то, что ей дали. Да? То есть я не знаю, дали ей, например, там 5 рублей, да, она инвестировала туда, куда нужно, сделала то, что нужно, да, и в итоге получила там 15 рублей. То есть приумножение. Но делает она это с любовью и с заботой, в первую очередь, для себя. Вот. В общем, смотрите, как близко, да, то есть если вы пройдете этот кризис и измените свое сознание, если подытожить, да, то королева Пентаклей, после королевы Пентаклей идет король Пентаклей по иерархии. То есть получается, что вы осознанно придете к тому, что желает ваше бессознательное.
Вот здесь на данный момент я могу сказать, что идет какой-то вот процесс в вашей жизни нового будущего, в котором вы, хочется сказать, знаете, будете жить по-другому. Вообще не так, как вы жили ранее. У вас будут другие приоритеты в ценностях, и у вас будут другие взгляды. То есть вам, если сказать коротко, нужно изменить свое мышление. Когда мы говорим изменить свое мышление, сразу есть понимание, а на что его менять. Здесь я не могу вам сказать, на что конкретно поменять. Почему? Потому что, как я уже сказала ранее, у вас нету вот этого прототипа, на что я должен ориентироваться, да, примера. И здесь в зависимости от вашего, от вашей собственной свободы выбора, вы должны выбрать для себя пример, на кого, пример для подражания, да, то есть на кого вы хотели бы быть похожим. То есть здесь вам дается сейчас возможность и шанс выстроить жизнь таким образом, да, как на кого бы вы хотели быть похожим. То есть если сейчас вы выберете, например, я хочу стать успешным бизнесменом, значит, вам нужно ориентироваться на тех людей, у которых есть та жизнь, на которую вы хотели бы ориентироваться, быть похожим. Если вы выберете сейчас счастливую какую-то семейную жизнь, то вам надо найти такого человека, такую семейную пару, да, которая действительно счастлива по вашему пониманию, по вашему мнению, да, на ваш взгляд. И перенимать их повадки, и вы получите то, что вы хотите. Сейчас вам как будто бы Вселенная дает вот этот вот чистый лист по аркану Шуту, выбрать то, что вы хотите. Но однозначно это будет уже другой этап, другой... У меня, знаете, вот по энергиям, вот как будто бы была активность, 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 а потом... Не знаю, очень напоминает спортсмена, который всю жизнь как-то тренировался, занимался спортом, а потом, ну, в силу того, что возраст пришел, и человек уже не может заниматься профессионально как-то спортом, да, активно, он вынужден выбирать, что ему теперь делать, да, пойти на пенсию, либо там, я не знаю, заняться тренерством, либо делать что-то другое, либо открыть какой-то свой бизнес, там, спортивный, либо какой-то, что-то делать другое. Вот здесь примерно то же самое. Вот вы всю жизнь сделали что-то, а сейчас... вам дается сделать то, что, возможно, то, что вы либо не обращали на это внимания, либо вы зарекались, что вы никогда это делать не будете. То есть вот здесь такой момент тоже может быть. Вот такая была у меня первая позиция. Да. Конечно, говорить я могу долго, особенно когда в потоке, не обращая внимания на время. Итак, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки, смотрим. Что у вас сегодня на душе? Ну, двойки, как всегда, маятся. Маятся, колеблются. А в связи с чем? Ну, в связи с тем, что есть какие-то переживания, волнения. За что вы здесь так тревожитесь, переживаете? Ну, здесь может вопрос касаться императора, да, то есть конкретно какого-то мужчины. Если вы мужчина, то вы переживаете за самого себя. Если мы не будем касаться фигур и лиц, то здесь идут какие-то переживания, связанные с тем моментом здесь и сейчас, с которым вы проживаете. То есть император, она все время будет показывать... момент здесь и сейчас, да, и переживания, волнения, связанные с этим. Также здесь переживания могут касаться непосредственно вас самих, в плане того, что вот вы как будто бы выстраиваете сейчас себя и проживаете такой опыт, когда, не знаю, может быть, вам нужно отстаивать как-то свою точку зрения, да, выстраивать как-то свои границы. Возможно, необходимо как-то убеждать кого-то, да, что-то доказывать, говорить. И здесь, возможно, у вас не совсем хорошо это получается в плане уверенности. Не знаю, допустим,
К примеру, вы вышли на какую-то новую работу, а там предполагается коммуникация. И вот вам не всегда удается донести, там, я не знаю, точку зрения вашей компании, либо того дела, чем вы занимаетесь, да, вашего оппонента. И вам это вот как-то беспокойство, да, приходит. Либо, например, на работе надо совершать холодные звонки. И вот каждый раз это вот этот вот мандраж, это неумение принимать отказ, потому что вы это воспринимаете как-то вот на свой счет, да, то есть не в плане того, что люди отказываются покупать продукт, а вы как будто бы принимаете вот это слово «нет» на свой счет, да, ну, например, либо, там, я не знаю, вы мой коллега, открыли канал, да, и читаете какие-то комментарии в плане того, что вот людям, например, не нравятся ваши расклады, либо они не согласны. И вы вот как будто бы принимаете вот это вот «нет» на свой счет, что вот вы как будто делаете что-то не так, да, и вам приходится здесь, возможно, как-то защищаться. Но варианты разные могут быть, но это касается вот именно жизни в моменте. Это не про прошлое, не про будущее, а именно сейчас. Ну, давайте уточним, чего касается этот император, ну вот аркан силы. То, что, в принципе, я и говорила, есть страхи, страхи, которые нужно побороть, но это ваши личные какие-то страхи, но здесь работа, она не идет индивидуально, сама, то есть вы работаете как-то сами собой, да, то есть что-то читаете, как-то разбираетесь, нет, здесь идет проработка страхов через других людей, да, то есть вот вы что-то делаете при взаимодействии с другими людьми, и по факту как-то меняете себя, то есть вы понимаете, что вот здесь я ошиблась, надо было сделать вот так, да, либо еще раз скажу, вот этот вот холодный звонок, надо кому-то позвонить, и мне это страшно, вы понимаете, что окей, это работа, это не касается меня, то есть если что-то мне скажут, это не говорят мне лично, и таким образом вы смотрите своим страхом в глаза и преодолеваете, то есть и тем самым идет проработка в вас. То есть она не напрямую, как мы работаем, еще раз скажу, например, с психологом, вот там, либо психотерапевтом, коучем, вот мы копаемся в себе. Нет, здесь не про это. А здесь как-то опосредованно через какие-то ситуации. Вот вы вынуждены, да, вас ситуация сама вынуждает сделать что-то, где через это вы становитесь сильнее как-то. Здесь вы возвращаетесь и получаете свою силу. Либо у вас ее вообще никогда не было, да, вот вы ее сейчас нарабатываете, вот эту вот уверенность, либо когда-то была в прошлом, и вот вы хотите стать таким человеком, которым был когда-то в прошлом, да, таким же сильным, таким же уверенным, то есть, возможно, где-то ваша уверенность подкосилась, и вы сейчас просто вспоминаете, как это было тогда, и я хочу сейчас. То есть ваша душа говорит как раз-таки о тех моментах, что вы проживаете сейчас. Причем вот эта вот работа со страхами, она помогает вам познать себя, то есть идти, здесь идет как будто бы работа вашей души через, как бы вам это объяснить, вы прорабатываете свое эго, да, если так это можно сказать, через то, что вы побеждаете свои инстинкты. Но вы это как будто бы делаете неосознанно. О чем еще здесь хочет рассказать вам душа? Ну вот как раз-таки девятка пентаклей, страхи, волнения, тревожности ваши. Очень много тревожности, вот какое-то, знаете, беспокойство. Причем это беспокойство не в плане интуиции, что вот вам подсказывает, что действительно что-то плохое случится, а вот иногда бывает какая-то ложная такая, знаете, тревога, что ой, что-то мне нехорошо на душе, но не в плане того, что это вам говорит интуиция, а вот, не знаю, просто какое-то не очень-то хорошее предчувствие, и оно потом не реализуется, но сам факт этого состояния, он существует. За что вы тут здесь тревожитесь? Семерка пентаклей, то, что вы ждете очень долгое время. Что вы тут ожидаете?
Что вы тут? Ну, это связано как-то с работой. Может быть, здесь кто-то ждет какого-то предложения, да, связанное с работой. Может быть, какая-то поездка, либо куда-то вы должны поехать по работе, либо, наоборот, кто-то должен приехать. Не знаю, здесь что-то связанное с профессиональной сферой. Восьмерка жезлей. Для кого-то здесь ситуация, может быть, очень быстро развивается. Это как это связано с ожиданиями? А, скорее всего, вы хотите получить какой-то результат, в который вы, ну, я не знаю, долгое время вкладываетесь, и, ну, пока еще результата нет. И вот вы его ожидаете, чтобы, хочется, знаете, как, чтобы поскорее случилось то, что вы ждете. А почему нам про это хочет рассказать ваша душа? Потому что здесь есть какое-то вот важное послание для вас, солнышко, которое вот вам как будто бы говорит, чтобы вы не беспокоились. Что вы не беспокоились, не волновались. Здесь все будет хорошо, удача будет на вашей стороне. Здесь хочется сказать, что вы как будто бы, ну, много чего не ожидали и многое на себя не брали. Здесь, знаете, не то чтобы рекомендация «живите проще», а хочется сказать «живите так, как будто бы вот этой ситуации в вашей жизни нет». Потому что если я скажу «не обращайте на это внимание», это очень сложно, когда есть что-то важное, значимое, ну, не знаю, вы ждете какой-то подарок, либо какую-то посылку, и ясное дело, что это вас будоражит, и вы волнуетесь, и когда это будет, и ожидаете. Если я вам скажу «не ожидайте», ну, это будет глупо. А если скажу «займитесь каким-то другим делом, переключитесь», это тоже будет глупо, потому что, ну, не все способны силой воли переключаться на что-то другое, пока вы не можете повлиять, да, на время, которая проходит, то есть нужно что-то подождать. Здесь вас, наоборот, переключает на то, что пока вы ждете, да, я не знаю, какого-то предложения, что-то, здесь какого-то развития, да, вас переключают на то, чтобы вы не просто были в пассивности в ожидании, а смотрели по тройке жезлов какие-то перспективы. То есть представляйте себе, мечтайте о том, что именно вы хотите. Не то, о чем вы тревожитесь и беспокоитесь, что вдруг пойдет вот так, вдруг это не пойдет вот так, нет. А включайте свою энергию на то, чтобы вы хотели, чтобы было. То есть если вы хотите найти какую-то конкретную работу, четко ее себе представляйте. Причем не в будущем, а именно здесь акцент идет на момент здесь и сейчас по императору, как будто бы вы уже работаете. То есть если вы даже находитесь дома, представляете, что вот вы утром встаете на работу, да, и вот делаете это осознанно. То есть вы встаете, да, там, не знаю, умываетесь, держите в голове мысль, вот как будто бы я сейчас оденусь, да, вот какую одежду я выберу, пойду на работу. То есть какая-то, знаете, такая ролевая игра, как будто бы то, что вы хотите, это есть уже сейчас. И поступаете так, как будто бы вы это уже имеете. То есть работа, как вот представьте, там, я не знаю, садитесь завтракать, там пьете кофе, чай, представляете, что вы уже работаете, вот я бы взяла потом, поехала вот на таком-то транспорте, либо на своей машине, возможно, были бы какие-то пробки, да, либо, наверное, наоборот, быстрее бы приехала на работу, возможно, был бы дождь. То есть больше включайтесь вот в этот процесс, как будто бы вы его уже проживаете, да, но имейте в виду, что вот это вот ваше проживание, оно должно быть именно таким, каким вы хотели бы, чтобы это было. То есть если вы не хотите опаздывать на работу, об этом не надо думать и не надо это представлять. Если вы хотите, чтобы у вас были там какие-то премии, да, чтобы у вас были какие-то награды, чтобы вас признавали ваш труд на работе, возможно, чтобы вас иногда отпускали пораньше, если вы работаете на наемной работе. Если вы работаете на себя, то представляете, что вот вам дарят какие-то подарки, знаки внимания оказывают, вы от этого получаете удовольствие, то есть больше позитива здесь нужно, да, и верить в это, то есть главное вот именно проживание, знаете, как бы вам это пример-то привести, вот бывают вот эти реалистичные 3D
игры, электронные, да, одеваешь эту маску, у тебя такое ощущение, что действительно вот в этой игре находишься. Вот вам нужно своему сознанию донести именно вот эту вот позицию, да, то есть представлять таким образом, что вот вы уже находитесь в этом. Тогда как раз-таки ситуация будет разворачиваться в вашу пользу. То есть вы как будто бы настраиваете свое сознание на то, чтобы оно притянуло то, что вам необходимо. То есть обучаете, с одной стороны, вы обучаете себя к вибрациям того, что вы хотели бы иметь. Да? То есть это вот то, что мы говорим, да, дорасти до того состояния. А с другой стороны, когда вы уже научитесь, вашему сознанию проще будет притянуть то, что вам в унисон, вашим вибрациям. Поэтому чем больше вы будете находиться в том состоянии, что вы уже имеете то, что вы хотите, к чему бы это ни касалось, тем быстрее вы сможете это материализовать. Если не то, чтобы протянуть, а материализовать в вашем мире. Что значит материализовать? Заметить. Вот для того, чтобы вам нужно было замечать вот эти возможности, надо себя сначала научить, что есть такие варианты, что есть вот эти вот возможности. То есть, например, если вы любите сладкое, да, вы любите что-то конкретное, вы же не любите все в общем. К примеру, вы любите черный шоколад, я не знаю, с вкусом цитрусовых. И вы это четко в себе знаете. То есть вы это выделяете. Когда вы идете в магазин, вы будете замечать как раз черный шоколад с цитрусовым. Почему? Потому что это ваше любимое. И мозг, он первое, что будет делать, он будет бросать ваше внимание, обращать ваше внимание на то, что вам уже известно, то, к чему вы привыкли, то, что вам комфортно. То же самое касательно двоечек, да? Вы привыкли жить вот в этой тревожности, вот в этом беспокойстве всю свою, возможно, жизнь, да? То есть это у вас же не сразу, не сейчас только появилось. Поэтому везде, где будет тревожная ситуация, вы ее будете замечать, потому что ваш мозг обращает ваше внимание на то, что вам привычно. Мы же все живем на автоматизмах в основном. Поэтому вы будете выбирать для себя атмосферу, где вам будет тревожно. Вы будете встречать людей, которые либо сами себе тревожные, либо создают для вас такую тревожную атмосферу. Неважно, куда бы вы поехали, в какой бы вы стране ни находились, вы будете находиться и создавать для себя привычный для вас образ жизни на тот момент. Ну, элементарно, еще раз пример приведу. Я извиняюсь, что я говорю столько много психологии, но здесь речь состояния души у вас идет о том, что вы очень сильно переживаете за то, что вы хотите, и пока вы это не можете получить. И я стараюсь вам объяснить, как вы это можете получить, потому что так, как вы находитесь сейчас, вы это получить не можете, потому что у вас нету... как бы так сказать, такого настроя, что ли, таких вибраций. Вам их нужно в себе раскрыть. То есть создать в себе такую модель, которая будет в унисон, да, будет гармонична с тем, что вы хотите. Это если вот прям не... Как это по-русски? Не разглагольствовать, а лаконично объяснить то, что сейчас в вашей жизни происходит. Но хорошо и здорово и похвально то, что вы думаете сейчас о моменте здесь и сейчас. Вы думаете о стабильности, вы как будто бы набираете вот какой-то вес для себя. Возможно, вы создаете из себя, либо хотите создать в себе такой авторитет, да, для себя в первую очередь, не для кого-либо, а для себя, стать более ответственным таким человеком, да, и научиться убеждать других людей через вербальную систему, говорить таким образом, чтобы люди к вам прислушивались, чтобы люди вам верили. Верили не в плане доверия, а верили, что то, что вы говорите, это действительно так. Потому что здесь ощущение того, что, я не знаю, возможно, вы говорите, ой, мне это не нравится, пожалуйста, не разговаривай со мной так. А люди вам не верят, да, то есть они думают, что вы играетесь и начинают делать как раз-таки так, как вы их просите не делать. Почему? Потому что здесь не хватает убедительности, да, то есть вы не убедительны. И сейчас вы это как раз-таки нарабатываете через
проработку своих каких-то страхов. И как подсказка от вашей души, аркан солнца, удача, счастье, все у вас получится, не переживайте. Но еще раз говорю, почему я все это затеяла, весь этот разговор, говоря о том, что если бы я вам сказала, переключитесь, да, что вот, ну, не беспокойтесь, все хорошо. Аркан солнца говорит о том, что высшие силы вам помогут, и все сложится так, как и должно быть, с наилучшим для вас вариантом, то, к чему вы готовы. Только здесь вы можете тоже приложить силу, не быть в пассивности, да, и ожидать небесной вот этой вот маны, а сделать вот это вот лучшее, вот это вот идеальное по солнцу, и еще лучшим для себя, когда вы в своей голове четко будете знать, что вы хотите. И знаете, как будто бы здесь вот показан путь, да, и два человека находятся на двух концах, и каждый совершает свои 5-10 шагов навстречу друг другу. То есть здесь, если вы хотите какую-то ситуацию, да, вам не надо сидеть и ждать, когда эта ситуация к вам притянется, вы можете совершать свои шаги. И вот эти вот свои шаги, это есть как раз по тройке жезлов, то, что я вам сказала чуть выше. То есть совершайте и делайте то, что вы хотели бы, да, но представляете это вот в идеальном формате. В конечном итоге вы ведь ничего не теряете, если будете представлять и проживать. То есть здесь, знаете, не просто какая-то мечта, а я подумал, там в голове своей нарисовал и забыл. Надо в нее поверить. А для того, чтобы в нее поверить, вы должны ее пропустить через себя, то есть она должна быть живая, она должна быть настоящая. Вот эта мечта, она должна вас будоражить, то, что вот вы хотите. Вот вы представляете, и у вас должны мурашки идти по коже. Вот тогда это как раз и показатель того, что вы верите, что это будет, понимаете? Вот здесь про это. Так, это была вторая позиция. Так, солнышком перекрою. Не знаю, у меня все время такое ожидание от раскладов. Я представляю что-то одно, но карты всегда говорят то, что хотят. Поэтому если кто-то здесь ожидает о том, что я скажу что-то другое, помимо того, что я сказала, к сожалению, ничего не могу. Как карты говорят, так и я рассказываю. Итак, троечки. Что расскажет ваша душа? Что у вас сейчас на душе? 4 января, в начале нового года. А вы сами. Вы сами. Яркость, активность, позитивность, надежда. Причем надежда такая активная, что вы сможете выйти вот из этой четверки кубков, да. Здесь вот прям вера. Вера и готовность, наполненность как-то идти дальше. Двигаться. Здесь предвкушение, вот правильное слово будет, наверное, предвкушение того, что жизнь изменится, и я выйду из вот этой вот четверки кубков, которой, в принципе, мне комфортно, да, то есть четверка у нас говорит про стабильность, но здесь стабильность эмоциональная, но она доходит до какой-то, до какого-то вот безразличия, да, то есть уже ничего не интересно, ничего не хочу. Пришло время как раз-таки двигаться дальше. Вот, в принципе, то, с чего я и начинала, да, здесь по королеве жезлов, да, то, что вот есть вот это предвкушение, что я уже готова идти дальше. Причем вот восьмерка кубков говорит о том, что я готова отказаться от вот от этого комфорта, да. То есть я уже выросла, я либо вырос, неважно, я... Здесь вот вы чем-то загорелись. Чем вы тут таким загорелись? Ну-ка посмотрим, чем вы тут загорелись. Пятерка кубков. Знаете, вы как будто бы здесь загорелись будущим, но как будто, знаете, вы посмотрели вот на этом аркане, да, пятерки кубков, человек обращает внимание на свои утраты, да, на то, что у него было утрачено, и не обращает внимания на то, что он имеет. А вот у вас как раз таки наоборот, да, вы здесь загорелись тем, что вы имеете, и вы как будто бы хотите это приумножить. Угу. Рыцарь жезлов говорит как раз таки о движении. Возможно, у вас появились какие-то идеи, возможно, у вас появились какое-то желание вот
не знаю, желание движения. Куда вы хотите двигаться? Смотрите, как красиво. Вы хотите двигаться к десятке педаклей. Это может быть десятка педаклей, завершающий аркан в колоде Таро, то есть завершающий опыт вообще. То есть, возможно, вы хотите завершить что-то в своей жизни, да, но очень успешно, вот прямо на самом пике. Возможно, у вас появилась какая-то идея о том, как вы что-то можете реализовать, в том числе вы можете реализоваться. Возможно, королева жезлов у нас говорит про построение какого-то бизнеса, да, то есть королева жезлов больше говорит о профессиональной, о социальной жизни, нежели о личной, о семейной. Ну, возможно, для кого-то есть какая-то малая часть, да, того, что люди здесь думают о личной жизни, да, создания семьи, но больше здесь акцент идет на то, что вот, знаете, я хочу как-то вот реализоваться в социуме, да, я хочу, а вот оставить после себя какое-то наследие, оставить какой-то след, вот что-то сделать, я не знаю, возможно, создать какую-то компанию, возможно, создать какой-то проект, вот что-то после себя оставить. В чем, чтобы это было какое-то вот позитивное. То есть здесь человек готов вкладываться. Возможно, вы и детям что-то хотите оставить, у кого они есть. То есть здесь вы задумываетесь. Да, я спрашиваю, что это? Выпадает аркан дьявола, да, дьявол, тот, который управляет нашим материальным миром, да, то есть что-то такое здесь действительно весомое, но не в плане денег здесь, понимаете, не про то, чтобы это было как-то вот лоск, шик, богатство, нет, а, не знаю, может быть, какие-то связи, может быть, какую-то свою систему, может быть, здесь человек хочет создать какой-то свой эгрегор, да, то есть эгрегор – это что? Это некая идея, да, это энергетическое поле, некая идея, вокруг которой собираются люди и поддерживают ее, и тем самым вот этой вот своей поддержкой и верой, да, они вкладывают энергию. И вот эта вот система, она становится более весомой, да, то есть она живет за счет веры других людей, да, за счет энергии, которую мы отдаем, когда вот мы верим во что-то. А вот здесь вот ощущение того, что здесь вы как будто бы что-то такое хотите создать. Чего это может касаться? А семерка мечей в данном случае здесь будет говорить о каком-то новом пути, не тем, которым вы шли ранее. Возможно, здесь какие-то идеи будут абсолютно другие. То есть, знаете, вот хочется сказать, что вы как будто бы хотите изобрести велосипед, но не с самого начала, а вот как-то его усовершенствовать. То есть тот велосипед, который не ногами надо работать, да, возможно, какой-то моторчик прикрепить, да, что-то такое. То есть что-то, с одной стороны, инновационное, да, но то, что имеет место быть. Здесь вы действительно хотите создать что-то с отделом на будущее. Я не знаю, то, что будет вот полезно для людей. Здесь вы как будто бы не думаете о себе, здесь нет эгоистичных намерений. Здесь, я не знаю, может быть, какая-то служба, например, поддержки, да, которая будет не на телефонных звонках, да, а вот как-то через, к примеру, смс, да, либо, не знаю, как-то встраивание чипов, и как-то вот прикосновение, да, этого чипа, либо какие-то карты, и человек может считывать, что у него там происходит, да, либо как-то, не знаю, состояние его здоровья. То есть что-то, что идет на благо не одного человека, а многих людей, да, то есть, и причем здесь нету эгоистичных намерений, чтобы, знаете, вот как-то вот признание, да, меня, вот я это что-то хочу сделать, чтобы меня признали. Нет, здесь вот прям, я не могу сказать, что здесь альтруистические какие-то намерения, да, но и в том числе и не эгоистичные, просто здесь желание свои какие-то способности и навыки настраивать на благо других людей. Но не в том смысле, как обычно мы думаем, да, вот я хочу научиться, там, я не знаю, системе Таро, а потом делать расклад для других людей и помогать им. Нет, здесь как-то не про это, здесь немножко другой формат помощи. То есть не напрямую, а как-то вот что-то создать,
такое, вот какая-то система, да, какая-то сеть, что ли, которая будет полезна другим людям. То есть вы не напрямую будете здесь взаимодействовать с людьми, да, которая будет давать какой-то шанс, как, я не знаю, это может быть, ну, как, например, чаты какие-то, да, либо группы, сообщества, где люди как-то собираются и что-то получают, какую-то помощь, там, либо, я не знаю, какие-то соцсети, да, где люди общаются. Я не говорю, что вы выстроите свою соцсеть, хотя такое тоже может быть. Но вот какую-то такую систему, которая будет помогать другим людям. Хорошо, почему нам про это хочет рассказать душа ваша? Потому что у вас есть потребность, да, она говорит про изобилие, да, про плодородие, про то, что у вас есть вот эта вот потребность делиться, отдавать, да, то есть вы уже настолько наполнены, что готовы делиться, что вы долгое время по аркану отшельника ищете какой-то смысл. И вот вы не находите, да, тот смысл, ради чего... Не знаю, у вас есть, возможно, какие-то таланты, какие-то способности. То есть для чего они нужны мне, если я не могу их, ну, как это, поставить на благо других людям? Ну, например, да, есть способности медиумизма. Какой толк, что вот я могу, например, там контактировать с умершими, да, если я не помогаю как-то другим людям? Ну, зачем мне это? Да, либо, например, зачем мне знания Таро, либо психологии, если я не могу расклады делать для других людей, понимаете? Вот что-то здесь такое. Так, и что нам нужно знать? О том, что вот эта вот какая-то идея, которая у вас есть, да, нужно быть стойкими для того, чтобы ее реализовать. То есть просто так не получится. Что нужно сделать? Смотрите, еще один диалог. Вот я его рядом поставлю. Этот аркан говорит о, это альтернатива аркана дьявола, о зависимости, да, temptation, а это аркан дьявола. То есть здесь вот именно аддикция, да, какая-то зависимость, одержимость. А здесь аркан дьявола, то есть вот этот дьявол, он в позитивном ключе в плане развития, а здесь наоборот на более низких каких-то вибрациях работает, да, вот прям вот именно на инстинктах. Здесь вот прям действительно потребность ваша, здесь как будто бы, знаете, ощущение такое, что как-то вот... Две силы ваши, высшая и низшая какая-то, да, низменные какие-то потребности, и вот чистые потребности вашей души, они как будто бы нашли какое-то согласие, да. То есть, как это сказать, ну, высшее я, условно сейчас утрированно говорю, да, у нее, например, есть какая-то такая потребность служения людям, да, и при этом саморазвитие, самосовершенствование вас, да, через служение людям. А низшее, оно как будто бы говорит, что мне нужно признание. И вот это признание вы сможете получить тогда, когда вы служите другим людям. То есть вот здесь вот как будто бы слияние вот этих двух сил, они нашли какую-то общую точку соприкосновения. Поэтому нам здесь про это душа и рассказывает. Так что вам нужно здесь сделать? Аркан звезды. Хочется сказать идти вот за вашим вот этим зовом, да, за тем, что вас манит. Здесь нужно реализовывать, я не случайно говорю, вот какие-то ваши способности, таланты. Причем эти таланты, они у вас были когда-то, да, то есть, ну, то есть вы ими пользовались. Четверка Пентаклей говорит о каких-то былых успехах, то, что когда-то вы пользовались хорошо, стабильно было, да, а потом вы не пошли дальше в развитие, и оно как-то, не знаю, как-то закостенело и перестало вам давать радости, перестало давать какие-то результаты, просто потому что вы как-то перестали это развивать. Что это может быть? Пятерка мечей. Это то, что связано с вашими внутренними какими-то конфликтами. Это то, против чего внутри себя вы боретесь. Вот вы как будто бы себя осуждаете, говорите, это делать не надо, это не мое. Вот то, от чего вы отказываетесь, то, что причиняет вам боль,
Иногда у вас бывают такие моменты, что вот нет, я это сделаю, я получу любой ценой, я хочу это, а потом вдруг что-то внутри вас говорит, что нет, это не надо, это не твое, начинаете как-то критиковать. Вот то, что крутится внутри какой-то вашей борьбы. С одной стороны, вы хотите это делать, да, а с другой стороны, вы как будто бы становитесь одержимыми этим желанием, вы боитесь его, и вы понимаете, что вот эта вот одержимость, она начинает вас разрушать, и вы как-то вот сами себя успокаиваете, говорите, не-не, я это не буду, потому что я от этого чувствую себя как-то вот не очень хорошо. Вот об этом, здесь какая-то вот эти способности, связанные с этим. То, что могло бы привести вас к двойке кубков, то, что могло бы привести к вас к гармонии, да, к миру самим собой. Но вы как-то вот не принимаете здесь это. Вот такая у меня была третья позиция. Такой расклад. Не знаю, насколько получился интересный или нет. Пишите. Я благодарю вас за комментарии, за лайки. Благодарю всех тех, кто остается со мной много-много лет. Очень рада, надеюсь, в этом году мы с вами будем вместе расти, будем делать интересные темы в плане самопознания, психологии, философии. Ну вот, и будем дальше развиваться сообща. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.